гимназистов, наших десятиклассников. И первыми в наш красивый, уютный спортивный зал мы приглашаем учащихся 10 класса А. Класс дружный, класс творческий, класс инициатор всех многих начинаний, которые проходят в нашей гимназии. И классный руководитель Татьяна Михайловна Григорьева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
Сегодня праздник, школьный праздник по всей стране для всех ребят. Дорогие друзья, сегодня необычный праздник для всех детей. Праздник День знаний. Начало нового учебного года. С праздником вас, дорогие первоклассники! Пусть самый первый учебный год станет для вас увлекательным и останется в памяти на всю жизнь. С праздником и вас, дорогие коллеги! Успехов вам, здоровья, творческих начинаний и исполнения всех ваших планов! С праздником вас, уважаемые родители, уважаемые бабушки и дедушки, наши верные помощники! С праздником вас, дорогие десятиклассники! Это наш большой общий праздник. Разрешите торжественную церемонию начать сегодня с нашей традиции, с вноса знамени гимназии, подаренного нам выпускниками 2009 года. Право внести знамя гимназии предоставляется активистам Совета старшеклассников и победителям Олимпиад, учащимся 10 классов, Ивану Лютину, Анастасии Смолиной и Екатерине Горбуновой. Знамя гимназии нести. Замечательную
традицию преемственности. Вступающих в школьную жизнь первоклассников и выпускников. Но в этом году наша традиция претерпевает некоторые изменения. В этом году мы не выпускаем 11 класс, и у нас нет выпускников, и поэтому это почетное право обеспечения традиции школы выполняют гимназисты-десятиклассники. Поприветствуем десятиклассников! Дорогие ребята, вы пришли, обращаясь к первым классам. Вы пришли сегодня в школу в первый раз. Вас ждет замечательный школьный мир. Мир удивительных открытий, интересных уроков, экспериментов. И я желаю вам удачи, успехов в школьной жизни. Образование во все времена играло огромную роль в жизни государства и залогом могущества государства являлось образование, и символом процветания государства являлось образование. Таковым оно было, таковым оно и остается. И знаменательно то, что наша гимназия вносит огромный вклад в развитие российского образования. Отсюда и значимость труда каждого нашего ученика и каждого педагога. Я хочу напомнить всем здесь присутствующим о том, что в прошлом учебном году, 2009-2010, наша гимназия стала лауреатом национальной премии «Элита российского образования». Это почетно, но это ответственно. И каждый год должен принести нам удачу. Для этого нужно потрудиться. Дорогие родители, сегодня ваши дети переступили порог нашей гимназии, и я очень верю в то, что наше с вами сотрудничество принесет замечательные плоды. Результаты вас должны только радовать. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам, потому что уверена в вашем профессионализме и хочу пожелать вам здоровья, счастья, радости, творческого труда. Дорогие ребята, еще раз с праздником вас, 1 сентября, День знаний. Спасибо, Маша. Сегодня на нашей линейке присутствует директор информационно-методического центра Октябрьского района Городнер Мила Адольфовна. Ей я и предлагаю выступить на нашей линейке. Дорогие старшеклассники, родители, педагоги, но прежде всего мои поздравления вам, милые первоклассники. Для всех праздник знаний – замечательный праздник, но для вас это праздник вдвойне. Вчера вы были дошкольники, а сегодня гимназист. Вас ждет прекрасная, волшебная страна знаний. Вас по ней поведут великолепные и добрые, строгие, но очень ласковые феи – это ваши учительницы. Дорогие родители первоклассников, хотя и десятиклассников тоже, этот год будет для вас нелегким, но он будет счастливым, удивительным. Это будет год ваших побед и совместных открытий с вашими детьми.
Уважаемые коллеги, родители, школьники старших классов и первоклассники, всем нам в добрый путь и сквозь тернии к звездам! Спасибо. Вот уже 89-й раз нашу гимназию, счастливым, как показала история номер 13, приходят первоклассники, будущее нашей гимназии. И сейчас впервые именно в вашу честь, дорогие первоклассники, и в честь ваших родителей, звучит вальс гимназии 13. Авторами этого вальса являются наши учителя. Все учителя и старшеклассники подпевали.